Многодетная семья из Ульяновска взяла под Новый год соцконтракт на сумму более 300 тысяч рублей. На эти деньги они смогли приобрести барабанную установку, микрофоны, сабвуферы, многоканальный пульт. Все, чтобы записывать аранжировки песен. У семьи Алыховых своя студия звукозаписи. Также они учат детей играть на гитаре и других музыкальных инструментах. Мы арендуем теперь помещение. Вот. Теперь у нас уже есть оборудование, средства, более серьезные площадки. Также мы теперь можем оказывать услуги звукозаписи. То есть к нам можно обратиться, чтобы там бабушку поздравить с юбилеем, там, для сотрудницы записать на 8 марта поздравление, там какой-то переделанные песни, то есть или новые. Мы можем сочинить как новую, так и переделать какой текст уже известной песни. Вот. То есть мы уже и эту деятельность можем осуществлять. В 2022 году социальные контракты оформили свыше 4000 человек. Люди оформляют их на поиск работы, открытие своего дела, либо на развитие личного подсобного хозяйства. Напомним, оформить социальные контракты можно в районных отделениях соцзащиты.